Во дворце спорта «Триумф» состоялся рейтинговый турнир GVL по детской борьбе. Масштабные соревнования стартовали в сентябре прошлого года в Лобне и поэтапно стали проходить в разных городах Подмосковья. Очередь дошла до городского округа Люберцы. Здесь состоялся пятый этап спортивных состязаний. Детско-юношеская борцовская лига собрала на одной площадке спортсменов из разных уголков мира. Турнир хоть и региональный, но география участников вышла далеко за пределы Московской области. Здесь борцы из Дагестана, Чечни, Мордовии, Армении, Казахстана. Всего 550 человек. Городской округ Люберцы представляет 74 юных спортсмена. Еще не выступал, вот скоро схватка моя. Вот, ну, турнир хороший, мне нравится. Я, ну, здесь уже второй раз борюсь. Первый раз ничего не занял. Хочу занять хоть призером стать хотя бы какие-нибудь. На турнире представлены две олимпийские дисциплины – вольная борьба и греко-римская. Перед судьями непростая задача – выявить лучших спортсменов в каждой возрастной и весовой категориях и сформировать рейтинг по итогам всех этапов соревнований. Ребята борются, набирают очки. У нас формируется, скажем так, сетка из лидеров. И в каждой весовой категории определятся два сильнейших представителя. В конце мая или в начале июня мы проведем финальный этап, наградим ребят ценными призами, разместим их на всех наших ресурсах и таким образом популяризируем борьбу и вовлекаем детей в наш красивый вид спорта. В планах организаторов сделать рейтинговый турнир ежегодным, более массовым и представить его в других российских регионах, чтобы дать как можно большему количеству детей возможность заявить о себе и выйти на новый спортивный уровень. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.